Доброе утро, дорогие мои друзья. Вот сегодня у меня завтрак. Дыня, опять дыня. С колбасой. С колбасками. Сыр подаем, несколько кусочков. Йогурт. Ну, банан, посмотрим. Утром-то не хочется кушать. Все-таки нужно подкрепить. Ну, присаживайтесь. Давайте, вместе будем завтракать. Хорошо. Ну вот, друзья, вчера сестренка приезжала, привезла 4 дыни огромных. Но буду завтракать. Вот. Какие сочные. Вкуснятина. Две подруги. В жизни ж всякое бывает, да? Хочешь веришь, хочешь не веришь. Была такая история. Одну звали мать-одиночку Люба, которая воспитывала сына. И другая подруга Нина, замужем, дочка. Вот они работали вместе. Вместе работали в одну смену. Пришли молодые, и их раскидали по разным сменам. Значит, Люба работает в одну смену, не на другую смену. Вкусная дыня, а? Сочная. Вкуснятина, конечно. Вот. Аппетит поднимает, ого-го, с колбаской. Солененькая, копчененькая, да? Еще, а это сладкая. Так вот, если Люба работает в день, Нина замужняя работает в ночь. Если Люба работает в ночь, Нина работает в день. День, ночь 48. Вот. Работает на сортировке. Дети подрастают, у Любы сын, у Нины с мужем дочка, время идет, Люба одинокая. Все время Нина приглашает к себе в гости, Люба жила в квартире, а Нина жила в своем доме, своим огородом, делали шашлыки и всегда Любу приглашали. Так вот. В один, видите, колбаска с орехами даже внутри, видите, с орешками. Так вот, Нина с мужем время от времени приглашали к себе Любу в гости. На шашлыки, на вечеринки. И муж Нина все время заигрывал. А, это подруга Нина. И зажмет ее. А Люба-то смотрит на него. Хочет сказать, отцепись. Не может. Кругом люди. И одна женщина-соседка, Нина, замужняя, говорит, смотри, Люба, не уведи мужа Нина. А Люба говорит, да вы что? Это же моя лучшая подруга. И Нина говорит, значит, да вы что, конечно же, Люба моя подруга. Как она может увести у меня мужа? Муж меня любит и дочку нашу. Вот так. Шло время, дети подрастали. Подошел призывной возраст. Сын Люба уходит в армию. Сын Люба уходит в армию. Время от времени Люба с Ниной созванивается. Если, например, Люба в ночь позвонит Нине, как дела, или Нина в ночь работает, то она позвонит Любе. В один из вечеров как раз
Нина была в ночь, позвонила Лиле. Привет, Люба, как дела? Люба, нормально, отдыхает. Сын пишет? Пишет. Как у него служба идет? Люба говорит, нормально. Такие дыни пошли, вкуснятина ведь, а? Лучше даже, чем арбуз. Просто вкуснятина. Ну и, Люба, как у вас дела? Ну, о том, о чем. Нина говорит, что-то я звонила мужу, мужа дома нет. Может, кому-то пошел пиво попить. Или спит. Люба говорит, ну, не знаю. Ну, все, поговорили. Пока-пока, спокойной ночи. Ну, и все. Люба пошла смотреть телевизор. Через некоторое время звонок в дверь. Люба же одна. Думает, кто может прийти поздно вечером. Все должны уже спать в это время. Пошла открывать, посмотрела в глазок. О, муж Нина. Открыла дверь, говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, да я к тебе пришел в гости. Такую поздноту? Он говорит, да, вот, пришел к тебе в гости. Ну, она думает, ну что подъездит, держать-то его. И запустила, испугалась и запустила его. Она говорит, ты что здесь делаешь-то? Нина, на работе в ночь, она тебе звонила, ты где был-то? А он говорит, я к тебе собирался. Принес Любе рыбу. Он же был рыбак и охотник. Принес Любе рыбу и бутылку вина. Люба говорит, ну заходи, чё ж раз пришел-то? Ну что, друзья же, а как, выгонишь что ли? Нет. Вот. Вкуснятина, а? Ням-ням-ням. Все же ем с колбаской. Привыкла. Раньше тоже думала, почему же французы едят с колбасой дыню? И с хлебом еще. А, с хлебом не стало, совсем растолстеют. Колбаса с дыней. Вкуснота. Попробуйте. Ну вот. Люба говорит, ты, наверное, голодный, нет? Он говорит, да, голодный. Люба начала жарить, чистить рыбу, жарить, на стол накрывать. Я бы, наверное, выгнала тогда, даже не пустила бы. Все мы разные. Конечно, мы не обсуждаем эту историю, да? Потому что у каждого своя жизнь, да? Каждый воспринимает по-своему. Вот так. Начала жарить рыбу, потихоньку выпивали вино. Но муж Нина-то и встал, пока нажарила рыбу, и зажал сзади Любу. Повернул к себе и говорит, Люба, знаешь, я тебе давно вот люблю, говорю, ты мне давно нравишься. Люба говорит, да ты что? Нина, вот моя подруга, мы не можем быть с тобой. Ты женатый, у тебя дочь, и Нина моя подруга, мы вместе работаем. И он начал говорить, да ты что, Нина никогда не узнает. Ты же одна живешь. Никто никогда не узнает. Я же тебя люблю, я давно тебя люблю. Муж и остался на ночь у Любы. Вот так. Рано утром он поехал домой. А Нина работала до 8 часов утра. Приехала, а он дома, как ничего не бывало, уже проснулся, ходит там по дому. Вот так. Они начали встречаться. Они встречались. И Люба все время боялась. Встречались, они приглашали Любу к себе на шашлыки, на день рождения, там, да. Везде они были вместе. Я не знаю, как Люба смотрела в глаза Нине, да, и Нининому мужу, да, в компании. Но такова жизнь. Бывает и такое, понимаете? Все женщины, никого не обсуждаю. Жизнь такая. Вот. Еще один остался, не осилю. Вот.
Сыру надо поесть. Сыр-то нужно есть все-таки. Это же кальций, протеин. Вот сыр. Сыр-то надо есть. А муж-то Нина любил выпивать. Рыбак-охотник. Еще у него сердце пошаривало. Скоро должен был прийти с армии сын Люба. Они продолжали встречаться у Люба. И в один из выходных рыбалок на рыбалке Нинин муж, он не вернулся домой, он умер. У него наступил инфаркт. Вот такая история, да? И Нина с Любой продолжали общаться. И они до сих пор общаются, да? Им уже 70 с лишним лет, да? Они две подруги. Две подруги. Неужели Нина никогда не узнала о Любе, что Люба гуляла с ее мужем? И неужели Люба никогда Люба не признала, что гуляла с мужем Нина? Представляете, да? Вот такая история, друзья. И как вы думаете, как может быть сосуществовать любовь подруги, да, Нины к Любе, и предательство Любы по отношению к подруге Нине? Они продолжают и до сих пор общаться, да? Уже и мужа-то нет живых давно. Им уже по 70 с лишним лет. И они все равно продолжают общаться, ходить друг к другу в гости, ходить в кино вместе, да? Как так может быть рядом сожительствовать ложь и любовь? Как вы думаете, а, друзья мои? Вот так вот. До новых встреч. Йогурт уже поем без эфира. Пока-пока.